для дальнейшего развития торгово-экономических, инвестиционных связей и налаживания сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой был организован бизнес-форум. В рамках этого форума состоялось первое заседание предпринимателей, на котором продемонстрированы экономические возможности двух стран. В форуме приняли участие заместитель премьер-министра и министр внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Кыргызской Республики Улугбек Карымшаков, председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Марат Шаршикеев. Проводилась встреча в узком и расширенном форматах. В первой половине заседания выступили Сардор Умурзаков и Улугбек Карымшаков. Они сообщили о развитии торгово-экономических отношений между двумя странами, удовлетворенности совместным сотрудничеством и ожиданий в будущем больших результатов от такого партнерства. Кроме того, в рамках форума запланирована реализация множества проектов во всех сферах. В рамках сотрудничества будут рассмотрены вопросы обучения студентов из Кыргызстана в Самаркандском ветеринарно-медицинском институте по таким специальностям, как аквакультура, ветеринария и другим направлениям животноводства. Также будет сделан акцент на проведение совместных научных исследований ветеринарии. Закрытая часть заседания была организована в формате B2B-диалога. Между крупными предприятиями сторон были подписаны документы о сотрудничестве в 5 направлениях. Эти меморандумы не останутся на бумаге, а будут реализованы. Торгово-промышленные палаты обеих стран будут вместе работать над их реализацией. Надеемся на расширение деловых отношений между двумя братскими народами. Таким образом, будут созданы новые рабочие места в двух странах. После завершения мероприятия все участники посетили выставку, организованную в рамках форума. В структуре ассоциации УЗЛТЕХСАНОАТ функционирует 85 предприятий. На выставке представлено свыше 225 видов продукции, выпускаемой этими предприятиями. Сегодня был подписан меморандум на экспорт продукции на сумму 15 миллионов долларов. Дополним, что в выставке приняли участие около 100 предпринимателей, прибывших из различных областей.